Всем большой привет! Мы собрались выезжать на дачу. У нас уже выпал снег, уже декабрь на носу. Мы сегодня едем жарить шашлыки, кататься на ватрушках, будем доставать, открывать сезон ватрушечный. Будем с горки кататься на ватрушках и прицеплять их к квадрику. Собаки у меня мотыляются на улице, дети чистят машину. Суббота, утро. Прекрасная погода! Ну, естественно, надо было нам заправиться. Ну, товарищи, жду, мы уезжаем. Та-дам! Наконец-то доехали посылки из Китая до нас. С Таобао я заказывала вещи. Сейчас посмотрим, что же там. Я заказала... Это собачьи намордники. Я заказала Апсалон и малышу один. Просто когда малыш слишком перевозбужден и сильно лает, я ему одеваю, просто чтобы он успокоился немножко. Вот М взяла, это для салона. Это, видимо, Элка большой, тоже для салона. И один S еще должен быть, это для малыша будет. Вот, S, это вот для малыша. Так, посмотрим, что тут дальше. А, это я Соню взяла на зиму подштанники. Сейчас раскроем. Термобелье для Тимы и термобелье для Сони. 150 и для Тимы... Какой размер тут? 170. Сейчас раскроем, посмотрим. Ну вот, распаковали костюмчики. Красивенькие. И еще две куртки взяла. Вот такие. Такая куртка у меня уже есть, но я взяла на размер поменьше. Ее классно пододевать под пальто, например. Или когда очень сильно холодно, можно под пуховик одевать. Или под жилет осенью. Вот. И взяла еще белую такую же. Это по типу курток Uniqlo, которые в мешочек складываются. У них даже в комплекте есть этот мешочек. Вот, взяла еще беленькую, нарядненькую. Так, у нас с душевой стойкой... Произошло что-то странное. Короче говоря, на отсюда начала капать. И причем капало очень сильно. Пришлось отвинтить и заглушки поставить. Вот. Вот в другой душевой у нас стоит такой же. И с ним все чудесно. Пу-пу-пу. Так, мы купили качельку. И сейчас у нас идет процесс сборки. Тима нам неистово помогает. Держит ногу. У нас вот есть инструкция. Вот такая будет качелька. Майами, не шутка. Так, первый раз в жизни делаю шахплов. Это у меня лаваш. Сюда буду засыпать рис с начинкой и закрывать это все. Вот у меня начинка. Это мясо куриное. С приправами, с курагой, изюмом, луком. И здесь рис с куркумой. Вот, сейчас он закипит, я его солью и буду собирать уже шахплов. Сейчас надо вот этот лаваш смазать растопленным маслом. Ну вот, закрытый уже шахплов. Ничего не показала, что внутри, потому что забыла. Крышки у меня нет, поэтому мы будем использовать сковороду вместо нее. Все, сейчас будем загружать. Ну все, по науке написано держать час и потом еще полчаса без крышки. По невнимательности купил кофе в зернах, приходится искать варианты, как с этим бороться. Короче говоря, я нашла, вот такая у меня кофемолка есть, Элмаз, боже мой, из детства ее еще помню.
все еще работает. Та-дам! Красота! Что-то похоже, наши зимние развлечения накрываются медным тазом. Соне дурно. Говорит, болит живот, подташнивает. Даже китайским нормально позаниматься не смогла, легла. Тима позанимался за двоих, да, Тим? Бедняжка. Мы все пришли жалеть. Да, Мусь, пусть. Так, Соня вчера притарабанила елку. Сейчас будем собирать ее. Елку из гаража можно доставать? Из гаража тоже достанем. Так, вторую часть тоже притарабанили. Сейчас будем собирать. Незамысловатая сборка. Ула-ла. Давай. Тима соберет. Что, получается, нет? Помогает? Руки колят. Подожди. Вот. Ай, вижу. Давай посмотрим. Где здесь эта дырка? О. Так. Вот, Тима собрал. Ну-ка, встань около елки, посмотрим ее размер. Тима 1.50 м. Так, ну-ка. Блин, елка выше меня. Отлично. Мама, 1.80 м. 1.80 м, наверное. Все, сейчас Тима распушает ей ветки. А вот здесь вот будут подарочки лежать. Потрясающе. Ну, как раз. Ну, давай, распушай ветки. Так они еще так распушают. Не, их надо отогнуть. А, малыш, да. К Соне пофол. Малыш, отстань. Зайка. Ты как, зайка? Получше. Получше. Ну, лежи, отдыхай. Соне еще задали стих выучить. Она умничка выучила. Ну, давай. Федор Иванович Тютчев. Как неожиданно и ярко. Как неожиданно и ярко на влажном небе синеве воздушная воздвиглась арка в своем минутном торжестве. Один конец в леса вонзила, другим за облака ушла. Она полнеба обхватила и в высоте изнемогла. Так, у нас идет процесс. Тима помогает мне соль засыпать в систему водоочистки. Но мне кажется, сейчас навернется. Потому что тут мешок 25 кило, мы поднять это не можем. Поэтому мы отсыпаем в ведро. И потом относим и засыпаем вот в тот бак. Уже 25 кило мы туда засыпали. Короче, в бак входит 50 кило. Давай, аккуратно. Давайте. Шикарно. Вот. Это физическая нагрузка. Шикарно, Тим. Все, супер, закрывай. Туда вода зальется. Да? Хочу посмотреть. Но она сама как-то автоматически. Спасибо большое. Пришла пора делать прививку от бешенства. Малыш, конечно, в ужасе. Пытается сбежать со стола. Хватит паниковать. Так малыш удирает из ветклиники. Истерику закатил. Дышал. Бедный. Был в обмороке. Ну что, ты на панике? Пошли домой, идем.
Теперь ты уже не бешеный. Пришла зима. Как красиво. Малыш беснуется. Маки радуется. Но Маффин не радуется. Маки, ты жрешь снег, что ли? Сражается с комками снежными. Какая прекрасная сегодня суббота. Налепили пельмешей. Сейчас будем варить. Посмотрим. О, эти примерзли уже. Хотя сегодня не сильно холодно. Наготовили у соседей оливье. Сейчас мчу, несу Соне салатик. И тем временем смотрите, как у нас красиво. Елочка. Соня потребовала оливье. Бежим. Доставка. Салатик заправили. Давай пробуй, рассказывай. Вкусно, нет? У нас это репетиция Нового года. Ну, сказка? Песня? Бомба. Бомба. Очень вкусно. Это холодный. Холодный на улице стоял. Очень вкусно. А так очень вкусно. Кушай. Вау, у нас же профитроли. Думаю, тут запотело у нас. Может быть, руки вам будут дрожать. Этот шоколад схватился? Поставим на улицу. На улицу, да. Всем доброе воскресное утро. Какой у нас снег валит. Вышли с собаками пройтись. Собаки, конечно, в восторге. Малыш у нас гуляет в шапке. У него еще одна новая шапка. Малыша аж шапка слетела. Погнал его. Майки, шапка слетела. Где шапка твоя? Соня стулом пробила стену. Зашпаклевали. Сейчас попробуем покрасить. Ну, ты разошелся, нет? А это что за такие эти? Это пузырьки воздуха. Смотрите, какую посылочку мне доставили. Вот. Торжовские золотошвеи. Золото рук человеческих. Мы едем после Нового года в Турцию, и нам нужно там сделать подарки. И решили выбрать подарки от этой фабрики. Сейчас покажу, что там. Так, что у нас было внутри? Так, маффин здесь околачивается. Подарочные пакеты. Открытка с календариком. И вот два подарочка. Сейчас будем распаковывать и глядеть. Тоже такая подарочная упаковка.
Сейчас распакуем, посмотрим. Так, первая — это вот такая сумочка из замши с бахромой. Супер модно сейчас. И жар птицы, золотая вышивка ручной работы. Это все ручная работа. Здесь сертификат. Вот такая вот этикеточка. Красиво. Сумочка небольшая, как клатчик. Вот. Все. Один карман. И она на цепочке. Цепочка, кстати, тяжеленькая такая. Очень красиво. А вторая у нас вот в такой коробке. Коробка тоже красивая. Мешочки. Соня, помоги. Осторожно. Вот такая сумочка. Синий бархат. И тоже ручная вышивка. Тоже жар птицы. Внутри бумага там набита, чтобы сумка... Ну, не бумага, а пакет. Чтобы сумка не теряла форму. Здесь тоже одно отделение. И тоже сумочка на цепочке. На точно такой же цепочке, кстати. Вот такая красота. Пока у Сони музыка, я могу попить кофе. Я купила варенье из шишек. Вся фишка в шишке. Вот, шишки с кедровыми орешками. Какая прелесть. На него даже смотреть приятно. Можно любоваться и любоваться. Как красиво. Сейчас будем пробовать. Я открыла. Как же это вкусно пахнет. Прям вот лесом, шишками, Новым годом. Я уже однажды пробовала варенье из шишек, но захотелось повторить. Смотрите, какая прелесть. Крошечная шишечка. Такая мягкая. Потрясающе. Обожаю. Соня у нас, как всегда, лопает. Все время сидит и что-то лопает. А уроки кто будет делать, Соня? Первый. Может, ты пойдешь уроки делать? Нет. Вкусно тебе? Да. А тут у нас Тима явился из школы. И что у вас есть сообщить? Есть две хорошие новости. Ну-ка. Плохая и плохая. Ну-ка. Давай. Плохую или плохую выбираешь? Ну, давай любую. У меня болит нога, это раз. А второе, смотрите в телеграм-канале. Ладно. Мам, можно не говорить? Ну что, там совсем все плохо? Конечно. Ну, вы уже все видите. Что видим? Картина есть такая. Угу. Понятно. Все. Ну что, всем доброе утро. У нас под Новый год стало вдруг плюс 3. И весь снег, который нападал, вот такие горы снега выше головы, все это начало таять. И капель, как в марте. Просто жесть. Короче, мы сейчас гуляем с собаками. У меня отменился маникюр. Поэтому я уже сгоняла на Озон, забрала собачий корм. А то им бедным есть нечего. Хоть сегодня поедят маленько. Вот, они тут по сугробам беснуются. Сегодня они даже шапки-одежки свои не одевали. Вот так вот. Гуляем голенькие. И я накупила елочные игрушки для дачи. Для дачной елки, потому что там у нас нет игрушек. И мы решили оформлять елку в красно-белых цветах. Я взяла вот такие шары. Они как бархатные. Потом взяла, к сожалению, вот такой был всего один. Очень красивый он. А, он пластиковый, кстати. Но красиво смотрится. Взяла вот такие шары. Три штуки. Вот они. Они вот уже стеклянные. С ними надо супер аккуратно. Я тут, по-моему, один не донесла. А, нет, это волосик прилип. Вот, стеклянные такие шарики. Сейчас сюда положу.
Еще вот такой стеклянный шар, там внутри елочки. Красиво смотрится тоже. Красные. Вот такие. Внутри с какими-то конфетюшками. Они пластиковые, безопасненькие. Один единственный стеклянный. Вот такой красивый шар. Сейчас положим его в этот пакетик. Потом пара вот таких, но они пластиковые. Но смотрятся красиво. К сожалению, красная шишка была всего лишь одна. Надо будет еще... Так, вот такие шарики, парочка. Они, по-моему, тоже пластик. И самая красота, это символ года. Он стеклянный. И это дракон вот такой. Очень красиво смотрится. Мне понравился. Вот, не знаю, хватит ли мне вот этих игрушек на мою елку. У меня есть подозрение, что мне надо докупить красных игрушек каких-нибудь. Вот таких я бы докупила. Вот этих бы шишек бы докупила. Ой, ну кто это у нас здесь? Что за принцесса? Ты кто? Я принцесса. Ой. Принцессы в башнях сидят? А я безбашенная. Очень красиво, Соня. У нее сегодня новогодний огонек. А все должно быть в пятницу. Ну, будет сегодня. Иди причесывай волосы и прихорашивайся. Маффин с утра. Барин встать не изволит. Лежит и только лениво водит глазами. Ух ты, жирный. Со свинкой обнялся. Ух ты, жирный. И этот второй под елкой наш подарочек лежит. Ленивый. Тоже не встает. Что это такое? Что за рожа? О, идет моя принцесса. Ну? Что, ну? Как дела? Как вечериночка? Все отлично, только очень короткая дискотека была. Да? Очень короткая. Там максимум 2-3 песенки было и все. Такая маленькая дискотечка, да? Ты была одна нарядная или все девчонки Нет, были? Нет, там Женя пришла как Барби надета. Как Барби? У нее такое платьишко было красивое, достаточно коротенькое. И кудри. Ух ты. И еще очень красивый ободочек. А ты зато с ресницами. Ну, вроде бы никто не видел, не заметил мои ресницы. Ну-ка, поморгай. Закрой глазки. Соня сегодня реснички накрасила. Никто вроде не заметил мои ресницы, ну... А заметили платье-то? Платье, да, просто когда я вошла, все такие: «О, Соня, ты такая красивая!» Вот видишь, ты произвела фурор, да? Да, там просто многие девушки там в каких-то... Ботинки-то покажи. О, видали, какие у нее праздничные ботинки? Там просто некоторые девочки вообще толком не нарядились, просто пришли в какой-то... спортивно-нарядной одежде. А, вы нарядились, да? А мы с подружками. Прям бомба были, бомба-ракета. Понятно. Вот Женя вообще суперски смотрелась. Поехали за Тимой. Все, поехали. Доброе утро. Сегодня у нас снова зимняя сказка. Выпал теплый липкий снег. И вот такая красота. Ну что, сделала себе уже новогодний маникюрчик вот такой. Чуть не фокусируется камера. Такую растяжку. Да что ж такое? Вот. А Соня здесь тем временем делает китайский. Да, булочка? Угу. Очень старательный ребенок. Тима издевается над собакой. Прикупил лазерную каску и прикалывается над ним. Малыш пытается ловить. Тима, устал. Ты устал? Сделай еще. Маленький. Смотри, что это что такое? Вот это развлечение. Маленький ты любишь.
Бедненький. Куда мы идем? Идем, 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 идем. Идем, идем. Давай. Молодец, знает, куда идти, ему хороший. Давай. Ну что, Маффин, настал твой час. Настал твой час. Встречать я его не буду. Просто помою и маленько там глаза открою. Да, тебе. Он не очень любит все эти процедуры, поэтому сейчас будет это пищать. Ну, лапы побреем, вот этот маникюр сделаем, да? Ах, ты мой косматый мальчик. Самое главное, забыла показать результат, что получилось из Маффина. Ну, собственно, я его не стригла, я его просто помыла. Вот он такой пуфистый стал. И на морду мы приклеили голубую стразину. Теперь он тоже красавец. Ты же мой хороший. Мой мальчик, тебе так идет, так идет. А по-моему, он какой-то сейчас вообще не настроение. Он устал. А вот наш красавец-малыш. Посмотрите, как у него сверкает попка. Маки! Маки! И во лбу тоже звезда. Маки! Иди сюда. Ты мой красавец. Покажи, что у тебя там. Ой, такой красивый мальчик. Злыдня. Что сказать еще? Просто злыдня.